Всем привет! Новый выпуск «Еды человека». И сейчас я сделаю обзор новых чипсов, которые мне тут неожиданно купили. Вот, смотрите, новые чипсы Lay's, Lay's Max, мясо на углях. Итак, делаем обзор, якобы удар по голоду. Понятное дело, что дофига калорий, отлично они утоляют голод, но, блин, это же конкретно вредная вещь. Итак, сейчас сделаем обзорчик этих чипсов. Я, в принципе, довольно-таки голоден, поэтому, конечно, они мне покажутся вкуснее, чем если вы, например, их будете уже брать хорошо покушавши. Вот, итак, вкус мяса на углях. Сразу хочу обратить внимание на состав. Я прочитал состав. Здесь картофель, растительное масло, ароматизатор, в скобочках, сухая молочная сыворотка, соль, вкус ароматические вещества, сахар, лук, термический, технологический ароматизатор, краситель, в скобках, экстракт паприки, коптильный ароматизатор. И все. То есть, по большому счету, якобы картофель, растительное масло и ароматизаторы. Ну, я думаю, тут что-то не договаривают, но если это реально только картофель, растительное масло и ароматизаторы, то уже радует. Итак, новый вкус. Кстати говоря, купили мы их за 50 рублей, но они типа там по акции, может быть, были, может, то, что только продвигается, потому что на отдельном стенде, вот, тут 100 грамм чипсов за 50 рублей, это, ну, недорого для нормальных чипсов, по крайней мере, вообще недорого. Итак, вот так вот они выглядят. Вот так вот. Так, фокус тут на чем интересно будет? Ну, короче, по рифлению, такие рифленые чипсы, они более рифленые, чем были раньше Lay's Max. Те были такие потолще и менее рифленые. Это какие-то более так крупно их порифлили. Вот. И относительно еще вот сейчас появились Lay's Strong. Эти тоже отличаются своим внешним видом. Тоже какие-то они более такие, не такие твердые и покрупнее рифление у них. Ну, и на вкус. Лично мне нравится. На самом деле, где-то там вдалеке есть ощущение немножко подгорелого мяса. В общем, то, что надо. Вполне интересный вкус. А вот так чисто попробовать, если вы едите чипсы, чего я вам, конечно, совершенно не советую, попробовать стоит. Такой довольно интересный вкус. И, например, если Lay's с огурцом вспомнить, да, ну, какая-то вообще отрава. Отрава мне лично вообще не понравилась. Это же мясо на углях. Реально по вкусу. Если сравнивать с Lay's Strong, который прямо ядреный, вот эти, с холодцом и хреном, с сосисками какими-то там, охотничьими колбасками там, или еще с чем-то, ну, здесь вкус послабже. Вкус немного послабже, но довольно сильный. Если вспоминать, например, Lay's Bacon, то, я думаю, вот это мясо на углях меньше приедается, но чем больше ты съедаешь этих чипсов, тем меньше вкус различим уже во рту. То есть не так, как Lay's Strong. Ты ешь, и постоянно там у тебя во рту ты чувствуешь, что прямо, ну не знаю, горсть этого усилителя вкуса заглотнул. Здесь вкус становится слабее по мере того, как ты ешь. Ну, если, например, чем-то запивать или делать паузы, то вкус довольно насыщенный и такой. Мясо на углях, ну, конечно, не как мясо на углях, но что-то где-то напоминает. Это есть. Короче, для разнообразия можете попробовать. Вполне себе ничего, нормальные, вкусные чипсы. Ладно, давайте всем пока. Всего хорошего.